Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. И как мы видим, у нас еще раз идет результат 60-го сезона. То есть в прошлой серии мы получали, но, видимо, там были такие плохие награды, и так было много возмущений, что разработчики решили все-таки повторить. Но я уже знаю, какую я получу награду, потому что я уже запускал. Единственное, что я отказался принимать награды для того, чтобы еще раз записать уже, как говорится, на видосик, что мы там получим. Так что, ребята, давайте глянем. Все, по-быренькому это сделаем, да? Я получу здесь две легендарные карты. Сейчас посмотришь. Одна из них очень даже неплохая. Так, ну что, это у нас редкие, как ты видишь, идут. Пошли мега редкие. Вот это, кстати, хороший ландшафт. У меня такого не было, ребят, видишь, новинка написана. Так, ну и вот легендарные карты. Две штуки, ребята. Первая и вторая. Вот. Ну и, соответственно, пополнение колод. Это я уже, ребята, видел. А, как я повторил, я просто не нажимал получить, закрыл игру, запустил ее заново и начал записывать. Поэтому, как бы, награды показали мне еще раз, что будет. Ну, а теперь я забираю. Сезон 61 начался. И, опять же, я попадаю в алмазную лигу 30 ранга. То есть, получается, что до этого я играл, все не засчиталось. Ладно, ладно, я не возражаю, ребята. Хоть я там уже и дошел до, по-моему, 33 ранга. Ну что, и, кстати, а, так у меня и здесь еще даже, у меня уже было 1000 с лишним накоплено алмазов. Я думал, что мы сегодня будем открывать паки. Но не тут-то было. Ну что, погнали тогда. Давай посмотрим, что у нас за ежедневные задания. Разыграйте 3 баба. А вот почему-то, ха, одного баба я разыграл, а это сохранилось на заданиях. Интересно. Так, значит, нанесите 20 единиц урона героям-заморозгам и вспышки на солнце. Ну что, поехали. Опять придется нам играть за заморозга. Сложный для меня, конечно, персонаж. В плане, ну, очень плохо получается у меня выигрывать за него. Очень плохо. Даже те противники, которые играют против меня заморозгом, я их всех разношу, ну, практически в хлам. Редко, когда может заморозг выиграть у меня. Пенелопа. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас в этот раз получится. А что это у меня за... Что это за колода у меня такая? Ладно. Что-то я не помню, чтобы у меня таких щупалец было много. Ну что, у меня есть... В принципе, второй ход. Второй ход у меня есть. Как бы тут лучше сделать-то? Ну, давай я вот так поставлю. Ага. Видишь, что вытворяет? Значит, мы его будем сдувать. Скорее всего, да? Блин, он уже прокачался чуть-чуть. Ты погляди, что творит. Ну-ка, кого сдуем? Нормально. Давай так сделаем. Ну, этого, если что, будем сдувать. Он нам здесь и даром не нужен.
Так, интересно. И что, он хочет нанести 2 урона сюда? Ой, какой ты молодец, а. Какой ты молодец. Иди отсюда. Так, карту забрали, понятно. Блин, сейчас у него сработает защита. Печалька, конечно, в этом плане. Ну что у него там есть? Заморозка, он может бусину пустить. А, рикошет у него выпал. Давай вот этого. Ауч, ну в принципе тоже неплохо. В принципе тоже неплохо. Как тут лучше поступить-то? Давай сделаю вот так вот. Да и хорош пока. Если что, мы сможем либо щупальцами уничтожить, либо заморозить противника. Все зависит от того, кого он поставит. Это хорошо, что он сюда влепил. Это очень хорошо. Понятно. Сдулся, короче, парнишка. А какой ранг? А, 20-й. 20-й у него был ранг. Все, ребят. Но мы не нанесли 20 единиц урона. Поэтому продолжаем. Давай попробуем. Нам нужно еще сколько там? Да дофига надо нанести. О, нет, 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 нет. Только не ночной колпак. Этот, ребята, парень очень шустрый, быстрый. Да я даже не знаю, как мы тут будем. Ну вот как тут быть, а? Ой, куда вы? Да ну хорош, ну. Блин. Ну что это, ну? Он меня сейчас разнесет в хлам. Если он сейчас на грибах, а он на грибах. Он сейчас меня тут будет бомбашить. Я даже не буду вот это применять, потому что, ну, нет смысла. Так, следующим у него, наверное, будет гриб, который дает плюс один, плюс один. Всем грибам, скорее всего, так будет. Я могу только вот так сделать. Я же тебе говорил? Оно так и произошло. Так, ну защиту-то, я надеюсь, у нас будет? Сработает? Нифига не сработает. Ну давай сюда. Если он сейчас еще один гриб такой поставит, это будет беда. А, вот он как решил сделать. Бобовые. Кого туздуем? Ну ядрен, смотрю, ну почему именно того хламона? Так, ладно, у нас защита сейчас работает. Вот, вот, вот это, кстати, хорошая штука, ребята. Нам пригодится в дальнейшем. О, о. Так, давай-ка, наверное. Этого, наверное, мы не будем трогать. Уберем вот этого. Поехали. Ну что, сейчас будет доборы делать, скорее всего, парень-то. Но мы, само собой, сейчас используем вот это вот. Ну все ты. Да пшикался. Погнали.
Так, вопрос интересный. Я, наверное, не буду сейчас пока ничего ставить. Или все-таки надо поставить? Давай-ка я перебьюсь. Опа-на. Но ландшафт этот менять обязательно нужно, ребят. Обязательно. И я, наверное, его сейчас поменяю. Потом у нас будет Гаргантюа лекарь. Если он успеет сходить, то будет хорошо. Единственное, что вдруг у него опять, ребята, есть рикошет. Вот в чем проблема-то. Как бы не хотелось попадать под, именно под рикошет. Как лучше сделаем? Давай так сделаем. Сейчас на бобовых меня может запинать, кстати. Ну вот о чем я и говорил. Сейчас начнется. Ну тяжело с ним драться, потому что он на своих этих един. Так, а это, по-моему, это читерок, что ли? Так, ну давай сюда, наверное. Аус! Подожди, блин, нужно сейчас успеть, наверное, сделать, да? Это нам пока не надо. Вот беда-то какая, а, ребята. Вот она, беда. Ну давай смотреть. Если у него сейчас еще будет один этот, он мне просто сейчас пробьет лицо и все. А он набрал бобовых, ребят. Он набрал бобовых, потому что вот этих выставлял. Но он даже без этого. Ну, сложно заморозгом играть против ночного колпака. Если бы у меня был... зато мы нанесли. Если бы у меня был бы здесь, например, разгром, разгром, скорее всего, победил бы. Но заморозка, к сожалению, нет. Так, и следующий, кто у нас там идет? Ой, не то. Фига тут народу опять в друзья у меня просится. Так, всех забрал. Вы просили забрать? Я забрал, друзья. Ну что, три баба разыграть. Итак, вспышкой на солнце. Вспышкой на солнце, давай попробуем отыграть моей маленькой вспышечкой, которая у нас, как обычно, играет на ягодах. Это ягодная вспышка. Гаргантюар. Так звать нашего противника. Вот я думаю, что здесь вот это вот не нужно, мне кажется. Вот как бы ни к селу, ни к городу. Ну ладно, посмотрим. Ну, началось. На спортивных колодах, что ли? Серьезно? Так, ну этого убираем отсюда. Он нам не нужен, и даром. Ага. Так, далее кто там? Что-то никого он не стал выставлять. Ладно, я поставлю так. Ну, у него может быть безумие, да все, что хочешь у него может быть. Но он ничегошеньки опять же не стал делать. А вот это уже хорошо. Хм.
Блин. Давай, куда передвинется? Ну почему сюда-то? Ну у него действительно, он в спортивной колоде, ребят, хочет отыграться. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай сделаю так. Уничтожает. Ну ладно, давай посмотрим. Безумие ставит. Он все-таки, ребят, решил прокачаться, да? Он делает вот так вот, а мы делаем тогда вот так. Замечательно. Ну, давай, наверное, в лобешек еще зарядим. Так, защитушка срабатывает. Вот так вот ему поднасолим немножечко. Ну что у него там выпало? Ну и все, до свидания. Девятый ранг. Что вы хотели? Ну что, 20 единиц урона нанесли. Прям как с куста, друзья мои. Разыграйте 3 баба. Так, 3 баба разыграйте. Ну, на бобовых у нас очень хорошо рулит зеленая тень. Правда, не помню, четвертая колода. Ну, давай посмотрим четвертую. Так, Бунбури против нас. Ну, в принципе... Ну, давай попробуем так. Валуном же раздавит, да? Но посмотреть все равно надо. Есть ли у него этот валун? Ну, как же, ребят, ну как же ржавый разряд без валуна? Такого быть не может, чтобы его у него не было. Ну-ка, давай проверим на ландшафт его. Так, у него есть и ландшафт. Я понял. Сейчас будем проверять на второй валун. Нет, ребят, не на второй валун. Будем сейчас его проверять немножко по-другому. Ты гляди-ка. Хорошо, что я не стал ставить огурец. А так, если сделаем. Ага, есть. Так, давай далее. Да мне плевать, что он там ставит. Тан-таран-тан-тан-тан-тан. Ага, вот у него кто. Понял. Так, в кого он там превратится сейчас, я не знаю. Ой, ой. Я уже боюсь, ребят. Так, ладно. Ну что, поехали. Так, так. Заморозка нам здесь бесполезна, как ты понимаешь, да? Ох ты, даже вот так вот. Thank you.
Даже вот так у него есть. Угу. Тен-дарин-тен-тен-тен-тен. Ауч, куда ж ты его? Ну зачем ты так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ладно, уничтожил. Конфетки, правда, сейчас будет свои разбрасывать. Яйца эти сахарные, блин. Так, что же нам лучше сделать? Давай, наверное, сделаем так. Ну и, наверное, вот так вот. А там посмотрим. Зомби получает. Окей. Не-не-не, это тебе не поможет. Замечательная карта. Подожди секундочку. Так, мне, наверное, как тут лучше сделать-то? И дело в том, что он перетянет этого сюда, получается. Этого он перетянет сюда. Так, здесь мы поставим вот так. Здесь мы сделаем вот так. О, как. Ну что ж, давай. Да, конечно, сейчас работает защита. Я там не знаю, на что у него там. По-моему, вот этого он уничтожит мне. Хорошая карта, друзья мои. Просто хорошечная выпала. Просто хорошечная карта выпала. Но не ухватит мощей его уничтожить. Если у него та карта, которая, я думаю, выпала. И все? На. Так, ну что, мы его сейчас распишем здесь, понимаешь, да? Да ты заколебал тут уже бомбить. Ну и чего? Так, это получается 4. Ну, в принципе, все ему. Кранты, ребят. Да. А другого от тебя ничего никто и не ожидал. Ты можешь хоть тут что сейчас сделать. Я сейчас ставлю вот этот вот патиссон и все. А я его обязательно поставлю.
И я его обязательно, ребятушки, поставлю. Поехали. Да, мы уничтожить его, конечно, не уничтожим сейчас, к сожалению. И он еще сейчас превратится в непонятное кого-нибудь, в какое-нибудь существо. Ну вот это уже, конечно, борзость, ребят. Вот это я называю борзость. Ну что я могу здесь только позволить? Вот так вот себе. Блин, вот здесь вот, конечно. Если бы сейчас уничтожили бы мне, например, вот этого. А он вон как делает. Ну что, бомбанет сейчас, наверное, сюда, да, все-таки? Нормально. Я уже все, ребята, распрощался, как говорится, с этим уровнем. Думал, мы его сфейлили, но нет, нет. Как говорится, мы еще повоюем. Разыграйте три баба. Так, 960. Нам всего лишь 40, ребята. Я не знаю, где нам еще взять 40 самоцветов. Так, ой. В начале каждого хода вы с противником будете получать по одной единице урона. Выживет сильнейший. Ну, давай посмотрим. Так, мне дают ржавый разряд. Он-то на хилах, ему-то, наверное, хорошо. Он сейчас будет захиливаться, ребят. Это у меня вот тут дают непонятно что. Опа. Нет, братуха, ты уж извиняй. Я говорю, что он будет на хилах. Так даже несправедливо, если честно. Давай так сделаем. Ну, ё-моё. У него там может быть защита. Дофига чего может быть у него. А вот куробойщик — это уже хорошо, ребят. Вот куробойщик — это уже прям замечательно. Да иди ты в пень, еще не легче. Еще, как говорится, не легче. Сейчас, наверное, будет хилять себя, да? Хорошая карта выпала. Да ты задостал ты уже просто, а? Давай, конечно, сюда. И вот так. Сейчас же опять же защита сработает. Нет? Но все равно будет хиляться. Восстанавливаю 4 единицы здоровья всем. Я пока ничего не буду ставить. И правильно сделали, что ничего не стали ставить. Так, давай посмотрим, что нам тут выпадет. О, хорошая карта. Ну, нормально. Нормальные карты, я тебе скажу, кстати, выпали.
относительно. Так, ну что, курабочика вызовем, наверное, да? Да и вот так будет неплохо. Ты смотри, а? Вот чепушило, ё-моё, он что, специально это все делает, а? Да, конечно, специально, друзья, ну как? Ну все, это, с этим распрощались мы, короче. С этими двумя даже. Со всеми тремя даже. Да я не буду пока сюда делать. Так, если я сделаю... Если я сделаю вот так вот. Допустим. Все на этом. Я ракетку, ребята, держу. Я ракетку держу. Вот именно для вот этого момента. Профессор. Слушай, ну если я, например... Давай-ка сделаю вот так вот, наверное. Только еще не говори, что у тебя там могилоед есть или еще... Нет, ребят, у него не могилоед, у него... Похуже, блин. У него похуже. Так, допустим. Слушай, ну вот это вообще фартануло нам. Я тебе так скажу. Что же там у него еще может быть, а? Давай так, для проверки, ребят, проверим. Ну, естественно. Естественно, у него что-нибудь да есть, а? Ты посмотри, что чепушило творит, а? Погнали. Блин, как тут лучше сделать-то? Ну давай вот так еще сделаем. Ну еще не легче. Так, он хочет здесь залечить себе, да? Перемещает. Блин, то что там у нас? Попробуем.
Слушай, ну вот это вот сейчас хорошо выпало мне. Плохо другой, ребят, что он тут отхиливается, блин, по полной программе. Но мы можем кое-что сделать сейчас. Вот сейчас мы ему сделать можем хорошую западляночку. Она будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Вот так, ой. Что-то я не думал, что он захиляется. Так, сделаем вот так тогда. И... да пока все. Ох ты, и кого он сюда поставит? Да блин, ну вы серьезно что ли, а? Да трындец. О, кстати, вот это хорошо. Ух, ну давай еще одну. Поехали. 5 в лицо, ребят, это очень неприятно. Потому что на следующем ходу нас могут просто разнести. Потому что я не знаю, как с этим чудаком драться здесь. Ну вот как? Как, ребятушки, мне здесь драться с ним? Да все тут я проиграл. Все, ребят, 5 в лицо и до свидания. У него все рассчитано, понимаешь? Все рассчитано так, чтобы вот ты ставил карту, он против тебя еще ставит карту лучше. Я уже это неоднократно замечал. Что там в новостях? Так... герой, сезон ПВП перезапущен. Благодарим вас за терпение и неизменную поддержку. Пора снова подниматься в рейтинге играми Сибири. Ну вот, ребят, видите, вот оно. Так, а я хотел что сделать? Ох ты, утилизировать дополнительные карты на 2120 энергии. И сколько у меня вообще энергии? Давай-ка глянем. 6390. Ха-ха, я могу себе любую легендарку взять, если захочу, но пока я не хочу. Я хочу, знаешь, что сделать? Пройти что-нибудь, что-нибудь, чтобы получить 40 самоцветов. Ну, это только если проходить задания легендарные, да? Дай-ка я просто гляну. Геройские вот эти вот задания. Где-нибудь тут самоцветы остались, чтобы на выигрыш? Вот. Создайте ученого с гаджетом. И нажмите на него в коллекции. Так, у профессора ученого с гаджетом. Давай посмотрим, что это за ученый с гаджетом. Это не он ли случайно? Ну, инфа. Нет, это телепортист. А что же за ученый с гаджетом? Этот, что ли? Да чё ж так долго-то? Зомби из разных измерений. Нет, это не то. Вот этот, что ли? Так он вроде как с телефоном. А, с гаджетом, подожди секунду. Ученый с гаджетом. Да ладно, серьезно, что ли, вот этот вот. Да, да. Так, забрали. Что там еще есть? Нам еще 30 самоцветов надо. Тут. Восстановите здоровье 3 пораженных зомби.
Так, создайте Гаргантюа сюрприза и нажмите на него в коллекции. Гаргантюа с сюрпризом? Так, это что же такое за Гаргантюа с сюрпризом? Яйца, что ли, пасхальные, которые разбрасывает? Это про него имеет в виду? Или что за Гаргантюа с сюрпризом? Ну, тут у нас нет никаких Гаргантюа, значит, он все-таки здесь. С сюрпризом. Если честно, я даже не знаю, что это за... А, вот он. Гаргантюа сюрприз. Он у меня уже фиг знает сколько находится. Просто надо было на него нажать, ребят. Так, и еще, значит, получается, нам надо сколько? Еще 20 самоцветов. Всего-то лишь. Восстановите 3 здоровья 3 пораженным зомби. Вот это вот я что-то не пойму. А как я восстановить здоровье смогу? При помощи способности антигерой. Создайте автора эпитафии, нажмите на него в коллекции. Так, это нам нужно сделать за Нептусь. Но он у меня есть, поэтому... Или нужно именно создать, или просто нажать. Сейчас посмотрим. Да, ребята, засчиталось. Там рычит что-то мне, рычит. Само собой, давай дальше смотреть, какие у нас тут есть еще задания. Глава семьи должен повысить силу 4 горошин. О! Повысите силу скорострела до 6 единиц. Силу скорострела. Так, должен повысить силу 3 зомби. Ну что, давай за Нептусь сыграем. Значит, нам придется сделать такую колоду, чтобы был вот этот вот чудик. И чтобы он улучшал здоровье 3 зомби из надгробий. Получается так. Повысил здоровье 3 зомби из надгробий. Та-да-да-там, та-да-да-там. Так, сделаем сюда. Двух этих возьмем. Даже не знаю. Наверное, этого. А что за колода-то у меня хоть будет-то? Основная-то спортивная, что ли? Ну, можно, в принципе, и спортивную, как бы, здесь попробовать замутить. Или на пиратах лучше? Не, наверное, все-таки лучше брать спортивную колоду. Лучше, наверное, брать спортивную. Так. А кто у нас там еще? Ну, Гаргантюа брать не будем, да? Думаю, что без них пока обойдемся. Ну и, наверное, какая-то... Если назвать это спортивной колодой, я, ребят, язык у меня не повернется. И самое, знаешь, что противное? Что я не взял ни одного ландшафта, и практически у меня никаких заклинаний нету. Как Нептусь будет здесь выигрывать? Ну, я здесь взял только лишь ради задания, ребята. Мне нужно повысить силу 3 зомби через вот этого эпиграфа.
Давай попробуем. Я знаю, что против, извини меня, пенька, это будет сделать сложно. Потому что пенек у нас разгоняется. Он обычно играет на меховых этих комочках, если так можно это назвать. Сейчас посмотрим. Ну вот. Даже не дал ничего мне сделать. Утырок несчастный. Угу, ягодка. Ну что, он ягодку будет свою прокачивать, нет? Вот так вот, да, сделал. Ну окей, давай сюда передвинем. Погнали. Ну что, если я так сделаю? Опять фруктовый микс у него, да, будет? Ну, конечно же. Ну что, ягоду тогда выкидываем, ребят. Тогда не будем выкидывать. Тогда выкидывать мы ее не будем. Твою налево, блин, в холостую, ладно. Опа. Ну это понятное дело. Кого он сюда хочет поставить? Серьезно? Еще и бонусную атаку. Но только сдувать, ребят, тут другого варианта нету. Ха-хай, ну ладно, хорошо. Так, во-первых, сдуть его, да? Давай сдуем его к чертовой бабушке. Замечательно. Поехали. Так, что же ты дальше будешь делать? Перемещает. Окей. Переместил. Ты сейчас серьезно, что ли, вот это вот? 14. Ну что, будем надеяться, что мы сможем пробить, ребята, его. По-моему, он приплыл. У него там ничего такого нету. Бонусной атаки нету, у него этого нету. Да-да, у него только вот это вот идет. Усиление, но это уже поздно слишком. Это слишком поздно. Был шанс, да. А, ребята, у меня ландшафта не было, поэтому я его бы никак не смог бы заменить. Поэтому как бы Нептусь хороша, но без ландшафта, ребята, это смерти подобно. Надо что-то тут менять. Если честно, я думаю, что надо менять именно ландшафт брать. Ну, парочку это как минимум.
парочку, как минимум, ландшафтов. И желательно бы... Желательно бы, наверное, еще бочку прихватить. А лучше вот этого чудика. Я знаю, что он будет наводить шороху на них. Но тут же не спортивная колода получается, ребята. Как это... Да, тут не спортивная, поэтому... Единственное, что тренер делает защиту, да, тут не поспоришь. Ладно, давай еще раз попробуем. Тут тренер решает именно вот за счет того, что делает неуязвимость на моих бойцов. Но для этого нужна 100% спортивная колода. У меня в данный момент получается офигенная солянка. Два ландшафта взял, но это уже хорошо. Два ландшафта взял. Тем более, сам видишь, какие пробивные. В принципе, они могут нам помочь. Но, не знаю. Зеленая тень 20 ранга. Коварная тень, конечно, коварная. Ну, поехали, попробуем. Начнем потихонечку, да? Если он на своих бобовых будет играть, а он наверняка будет на них играть. Интересно. Это что ж тут сейчас будет твориться-то тогда? Кого он хочет туда поставить? Так. Хорошо. Защиту, правда, мы ему сейчас будем пробивать. Как хорошо, ребята. Возможно. Ну, все зависит от того, кого он сейчас поставит. Рикошет, давай осьминога рикошеть. Прекрасно. Вот это плохо. Он даже так решил сделать. Ладно, выкинем нафиг его отсюда. Давай, ставь. Ну, есть сумма человека, нету? Поехали. Кого на этот раз ты поставишь? Угу. Молодец. Молодец, просто красавчик. Да, конечно, этого сдувать. Поехали теперь. Понятно, обманул. Ну, рикошет над грубью сделал, ребят. Че? Hello. Hello. Все?
Не чтобы этого замораживать зомби. Что он творит? Ну я не знаю, ребят. Совсем играет не как надо. Ну бусину ты сделаешь, я так понимаю, да? А, вот. Вот ты как, хорошо. Я хочу тебя расстроить, парень, что у тебя твой фокус не прокатит. Хотя, если у тебя опять рикошет над гробья есть, ну, мы проверим это дело. Это дело мы проверим. Да не поможет тебе твой пенек. И это тоже тебе не поможет. Все? Так, ну что, замораживаем, естественно, вот здесь вот. А здесь сделаем вот так. Так, что дальше? Какие планы ваши, сударь? Не поможет. Не поможет. До свидания, наверное, я так понимаю, да? Отлично. Ничегошеньки ему не помогло, ребят. Но мы и награды еще не получили, потому что... Или получили? Нет, по-моему, не вышло, да? Нет, то есть я за тебя не успел еще, по-моему, сделать. Только два улучшения было. А нам нужно три. Ладно, давай еще одну биточку. Как раз, может быть, перейдем в следующую лигу. И в любом случае мы получим с тобой 1000 самоцветов. А, подожди, там всего лишь 10 дается. Да, нам тогда выгодно перейти просто в другой ранг, ребят. Просто в другой ранг, и все. Против кого? Опять зеленая тень? Опять эта замызганная зеленая тень. Конечно, хотелось бы этого паренька выставить, но... Пум-пум-пум-пум-пум. Как? Как это сделать так, чтобы он его не... Опа. Опа-на. Бонг-чой у него здесь, друзья мои. Бонг-чой. Ну что, если я так сделаю? Что, у него бусина, наверное, есть, да? 5, и это 7 лицо, 10 хп оставит. Блин, так плохо. Сейчас он думает, как бы мне... Только не говорю, что у тебя еще бусина есть. Нет, нет у него никакой бусины. Пока нету. Давай так сделаю. Ну, он себе начал уже втихаря накапливать броню. Кстати, Пенелопа, это разве не первый ли наш боец, с которым мы столкнулись? Давай я так сделаю, наверное. Так, карточку взяли.
И это уже радует. Так, интересно, у него есть этот? Вот я и не знаю, есть ли у него этот или нету. Откидывать надгробие. Я вот о чем. Так, этого пришивого сюда забираем тогда. Морковный сок тоже мне тут. Блин, забирает броню у меня потихоньку. Тырит, а? Паршивец этакий. Поехали так. Сейчас посмотрим. Как ты заколебался своими этими. Угу. Угу. Банан, значит, да? Ну, естественно, замораживать нет смысла банан. Нам есть смысл замораживать вот здесь. Поехали. Я банан. Я банан. Давай сюда. Ну, понятно, этого сейчас он уничтожит мне. Тут даже не сомневаюсь нисколечко. Чего? Чего? Ну, это понятно все. Так, ну что же. Минус двоечка, да, я так понимаю? Минус двоечка, друзья, минус двоечка. Погнали. Значит, на заморозках, да, решил сыграть? Что же, друзья мои, раз решил сыграть на заморозках. Даже так? Даже так? Хорошо, перестраховался парень. Ладно, поехали. Ай-яй-яй-яй, плохо, что броня, ребят, плохо. Так, ну что, без карт остался, нам... Ой, спасибо за прокачку. Дело за малым, друзья. Дело за малым. Ставим так. И ставим так. Ну и все, наверное, приплыл парнишка. Эй, тебя умоляю. Да не смеши ты меня, господи. Думаешь, я тебе дам добор каких-то легендарок? Даже думай об этом забудь, пацанчик. Погнали. Ну, а дальше будет решать, ребят, вирус. Хотя даже вирус не надо, просто поставим ландшафт с тобой, да и все. Понятно, короче. Ну, не везет этой Пенелопе уже, по-моему, второй раз. А мы, друзья мои, все, получили повышение. И, соответственно, накопили нужную сумму. Теперь идем в наборы. И... покупаем какой-нибудь хорошенький набор.
Так, ну вот отсюда, из этого разряда, у нас очень много чего есть. Пираты есть, акулы. Нет, акулы нету. Ну вот это вот нет. Так, давай глянем, что у нас тут. Здесь тоже. Ну вот, конечно, хотелось бы парочку молекулярочек, парочку, как их звать-то, все забывают. Как? Темная питая? Да дай посмотреть-то, господи. И сейчас черная питая, да, в первый раз. Да, ребят, темная питая. Дракон-фрукт. Нет, я знаю, что этот фрукт есть, дракон. Но я не знал, что это черная питая. Ладно, в общем, суть не в этом. Ну тут... Ну, как бы, блин, можно было бы, наверное, взять. Не знаю, ребят, даже. Даже не знаю, ну. Жалко, здесь нельзя поделить. Я, наверное, возьму вот эту вот. Блин, мне бы вот эту бы легендарочку бы получить. Ладно, давай возьмем эту. Была, не была. Опять же, кто тебе даст гарантию, что тебе выпадет именно легендарка? Да никто. Но я-то надеюсь на это. Ну, пока не особо такие карты хорошие, если честно, выпадают нам. Редкие. Ничего не... Ну, в принципе, гаргантюаха, то, что выпал. Так, мега редкие. Еще один гаргантюа. Так, шляпник. О, новая, почему новая-то? О, легендарку, ребята. Ну почему? Почему это выпал пират? Слушай, а почему новый-то? Он же у нас есть. Чё-то я немножко не вдуплил. Почему он новый, если он у нас есть? Нет, ну я не возражаю. Ребят, ну хотя бы одна легендарка выпала. Это уже хорошо, да? Пускай это выпал пират. Ну мы же все знаем прекрасно, что пирата можно разобрать. Сколько он там стоит по разбору? По-моему, 2000, если не ошибаюсь. Вот 2000 энергии, по-моему, стоит пират. Сейчас посмотрим. Или 3000, я вот точно не помню. А, 1000 он вообще, ребят, 1000 стоит. А создать, чтобы он стоит 4. Ну ты прикинь, у меня вот он в колоде есть, их 2 штуки. Прикинь, еще третьего третьего взять. Ну, это было бы круто. Прикинь. Вот, например, этого убрать. И вот так добавить. Да, это вообще шикарно. Причем через могильщика. Да, это, конечно, имба будет. Вот этот чувак мне понравился. Ну, правда, опять же, рандомно. Он, чтобы выкинул свое надгробие, ребята, он должен попасть именно по герою. То есть нанести урон герою. Если он наносит урон мобу, то он надгробие не бросает, к сожалению. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я... А, подожди, у нас же ежедневка. А, мы же ее прошли, или не прошли? Нет, я сфейлился, да? Но она еще не откатилась, к сожалению. Тогда да, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.